завершающий момент всем объятиям. Она снова садится, но у нее уже силы нету. Теперь он садится. Эта голубка рядом стоит. А он и обессилевший распластывается. Вот посюда они залетают. Это первый этаж. И опускается на второй. Потом я его перекрываю. И вот на этом первом этаже ночью пали с белым остаются. А мы не поймем, ну почему он сразу падает? Куда делась сила? Продолжает заигрывать с ним, поправляет у него воротничок там. Я сейчас поднимусь, если я их маленько трону, отойду маленько назад, чтобы успокоить их. Вот так. Это у нас сегодня 14 января 2019 года. Ну, на улице градусов 17 мороза, ну, а в избе градусов 17 тепла. Единственное животное из птиц, из живой твари, голубь, которое определяет характер хозяина. У злого человека голуби не водятся. Вот такой эпиграф огромным заголовком газеты. Там что угодно говори, но это так. У старообрядцев нигде голубей нету. Интересно, высчитал, что у мусульман запрет держать голубей. Даже никогда не слышал такого. Почему? И так ли это? Какое-то подтверждение надо иметь. В первом случае относительно старообрядцев я знаю. Это действительно так. Любит в зеркало смотреть. Вот утром выйдет. Это вот зеркало перед ним и смотрится. Вот там темновато немножко. И опять подойдет, иногда воркует. Да эти, которые голуби были, все одинаково. Котик маленько поиграл сам с собой, не стал. А голубя каждое утро, он видит, что соперник пришел и воркует, надувается. И тот ему также отвечает. А где же у него жена? Жена, вот она у него. Сидит в гнезде. А что сидит-то? Ну-ка. Покажи, что у тебя там есть. А? Можно посмотреть-то хоть? Хоть один раз-то посмотреть, а? Как у тебя здесь? Сколько яиц? Сколько? Ну-ка. Ну-ка. Сколько яиц-то? Там, наверное, уже два у тебя. Ты должна сегодня вынести. Ну, дубоносик. Ну, все. Иди. Тебя жена ждет. Вот. Во. Это. Вот он. Вот они, два яичка у нее. Снесла сегодня ночью. Голубушка моя. Вот она пришла поесть. Вот она. Все-то гаснет, не пойму. Вот оно где.
А он, вот он тут, все никак в зеркало не налюбуется сам на себя. Ну, красивый, понятно. Красивый. Еще что делаешь-то, а? Чуть-чуть опять летит, к зеркалу смотрится. Нарцисс настоящий. О, радость у него. Жену в роддом отправил. Как рассказывает, вроде рассказывал. Щукча один на берегу сидит, там что-то ловит рыбу. А другое в лодке там едет. Он далеко ли едешь? А по берегу, против течения, на веревке лодку тянет. Женщина, да вот жену в роддом везу. Она беременная, везет его в лодке. Он, это уже не подкаблучник, нет. Вот голубка вылетела. Специально поехали мы когда на Обь, на крещение. Там крестный ход был. Кошек загнал, подпол запер. А она сидела все на гнезде. А сам голубь, отец, муж ее, сидел здесь наверху. Кое-как залетел туда. Не хочет обратно. Она сидела. Теперь мы оставили ее там обоих на гнезде. Она вылетела. Вылетела. Такая пугливенькая. Вот она сидит, как точеная вся. Такая красулька. А он успокоился, залетел и сейчас... Яйца ворочает. Вот какой любящий. Все, заглох. Сидит ни звука никуда. Ну-ка, как он себя поведет? Вот так. О, никак. Ударил, я отошел. А она слушает, что там такое? Тут она наверху вот какая. А как на гнезде поведет, еще неизвестно. Это у нас сегодня крещение 19-е. Красота какая. Это носик-то у нее особый, я называю дубоносая. Ну, иди домой, красулька, иди. Высвободи его, пускай он долго сидит уже. Помашет крыльями. Это коробка, им там скучновато. А тут вот она. Вот так. Все, освободилась. А, все делает как положено, что в нее заложил Господь. Вот обратите внимание на клюв и на восковку. Вот это называется восковка. Видишь, какая она толстая. Порода такая. А хохолка нет, а у него хохолок есть. И носик совсем не так. Вот его даже видно, какой у него носик. Вот он как. Восковочка эта вот беленькая, околоклюва. Да, видишь, какая есть. И между глазом, черепом и носом, тут как он, насколько ниже. А вот и нет. Вот это наоборот бугром. Вон она какая. Нос-то какой. Диких голубей таких не бывает. Вот она. Давай, ладно, не буду тревожить себя. Не буду. Давай. Иди домой. Хорошее сегодня у нас было путешествие там. Никто не нападал. Никто не лез. С удовольствием принимали. Ты не считал, сколько примерно мы раздали Евангелие? Нет. Ну, примерно-то. В коробке-то 4 же было с собой? Но. А сколько в коробке? Не знаю. Не могу сказать. Ну, пачка 4 входит. Ну, 4 больше. Что там 4? Больше. Намного больше. Не, в одну коробку, я имею в виду, пачка 4 входит. В коробке пачки 4? По-моему, больше. Не знаю. Вот она сидит. Залетела, я решетку поднял. А он, вон он там сидит на яйцах. Все, закрываю. Так-а. Сейчас мне надо кошек выпускать.
пошли, когда мы туда. Да, кошек надо сначала вот эту мне убрать. А то кошки затянут. Это у меня марля. А тут пришитые баклушки, чтобы вот только кинул. И вот так вот. Голуби уже не залетят. Иначе они сядут на раскаленную плиту и сгорят. Как... А здесь вот что я накручиваю. Ну вот. И туда. На шкаф. Выпускать буду. Это если у меня с утра кошки, чтобы голубям дать ходу, надо кошек избавить. О! О-о-о! Герой! Ну-ка! О, рыжая! О, палево! Сразу к чашке. Ну, слава богу. Нынче крещение какое-то удивительное было. Ни одной нападки не было. Ни одного. Я просто подходил двумя сумками. Дай, 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 дай. Ты видел, как сам. Вот так Бог делает. Много знакомых попалось. Редактор газеты Алтайского этого университета. Много он помогал. Клименко Владимир Федорович. Священник этот Арсений подошел, радуется такой, подошел тоже. С архиереем такая встреча, он три раза обнял, как на Пасху поцеловался, а сам прям смеется, радостный такой. Ой, кого я вижу. Это не нарочно, говорит, да, это он так, вроде, нет, это все искренне. Женщин, две, кажется, было, вместе подошли они. Ну, что-то, это у меня, подожди-ка. Это я... Орешки-то съел. Съел, и мне они изо рта не вылетают. Компоту. А мы, как вас давно смотрим. Каждый день. Мужчина один подошел. А я крестоходца посылал вам или вашим кому-то. Ну, я не знаю, ну, крестоходцы вот это, которые идут-то. Тут ты снимать начал, а меня зачем снимаете? Один только такой. Ни один больше не говорили, что снимаешь, не снимаешь это. Встретили там Гликерию с дедой Володей, она там была. Тоже мне Евангелие дай. Дал одно Евангелие. Встретился, кажется, в летном училище один был, там офицер. А я к полиции, где стоит, а полиция по два, по три. Много полиции было. Я к каждому подходил и давал. Думаю, вот и закон Яровой, он нисколько против никакого зла не сделал-то. И мусульмане эти идут. И мусульмане взяли, я им рассказал. Вы Коран считаете? Да. Иса есть? Да. А Марьям? Марьям есть. Ну, это вот, ты знаешь, как на самом деле это есть в Евангелии-то. Но это молодые они, ребята, где-то. Из городской администрации встретил одного... Сотрудник городской администрации подошел, так вы все еще тут это так ходите, да, ой, какое у вас здоровье хорошее, а я это не знаю. Какие-то церковники подошлись, одной рукой даю, другой здороваюсь, там тянутся, я бегу опять кверху, вот так вот, а я вошел в свою стихию. Ну, конечно, это не университет, я не скрываю, вот преподает в университете, там в академии при митрополии Юрий Соболев. Юрий Викторович, это вот то, что у меня было. Если бы он сказал, сейчас приезжай, ты будешь вести занятия тут, поехал бы. Ну, поехал, то есть теоретически, а практически еще и пойду, когда он так все делает. Вот она. Ну-ка, иди домой. Иди на гнездо. Смотри, какая она. О, нос, особенно нос крупным планом. Дай-ка ей головку. Какая она интересная. Это порода такая выведенная, как допотопная. Вот так. Все. Сейчас я готовлю, и надо будет отнести куда-то, чтобы скинули. Все. Завтра отнести надо будет. У меня материал тут готовится. Заканчиваю? Да. Включаю.